журналистка Ксения Собчак выпустила на своем YouTube-канале ролик, в котором обсудила с интегративным репродуктологом Ольгой Балахонцевой позднее материнство. Есть публичные случаи, когда женщины после 60 лет говорили, что с помощью суррогатного материнства, но со своей яйцеклеткой родили, отметила Собчак. Специалист опровергла подобную информацию и объяснила, что для этого женщина должна была заморозить свою яйцеклетку примерно в 20 лет. Однако на тот период это не представлялось возможным. Собчак добавила, что сейчас возрастным женщинам предлагают найти чужую яйцеклетку через донора. Это правда, такая практика есть. Предельный возраст для заморозки яйцеклетки даже не 50, а 45 лет, согласилась Балахонцева. Таким образом, в видео опровергаются слова Аллы Пугачевой, которая заявляла о рождении своих детей Гарри и Лизы из замороженной яйцеклетки.